Попроси кого-нибудь помочь тебе, Сэл, у тебя же болит спина. Мне нужна помощь, чтобы справиться с видеомагнитофоном. Это должен каждый уметь. Пусть Фрэнк тебе поможет. Давай, Сэл. Я посмотрю, что с ним. Это нужно вставить в левое гнездо. Иначе не будет звука. А это антенна. Она неисправна. Тебе дать инструкцию? Нет. Ты слышал о деле с купонами? Уильямс пытался надуть вора, и все полетело к чертям. Теперь они обвиняют друг друга. Уильямс очень жаден. А жадные люди часто ошибаются. Смотри. Сэл-младший бьет по мячу. Жаль, что плохой звук. Это должно быть стерео. Сделай вот что. Отдай вору то, что ему причитается. Мы должны это сделать, потому что он наш друг. Потом позвони Понти и попроси его отблагодарить нас. Не на всю сумму, а только на часть. Пусть порадует нас. Все готово, Рэй? Да. Это мой любимый момент. Как он бьет по мячу. Рэй, иди сюда, посмотри, как поставить на паузу. Забавно.